Здравствуйте. Перед тем, как пригласить сегодняшнего нашего гостя, а они у нас бывают редко, хочу начать с одной любопытной карты, которую опубликовал МИД Израиля на своем сайте. Это карта террористических угроз. Такие карты Израиль, как я понимаю, делает раз в месяц, чтобы рекомендовать израильским туристам, в каких странах находиться им безопасно, а в каких не стоит или вовсе строго запрещено бывать. Зеленым обозначены безопасные страны, среди коих Армения, оранжевым – средний уровень опасности, среди них Азербайджан, ну и красные – опасные для израильтян страны. Учитывая, что поджог недавно синагоги в Ереване, вернее, попытка поджога провалилась Азербайджаном, возможно, Азербайджаном опять-таки, или еще там кем-то, я не знаю, то Армения так и остается одной из самых безопасных стран не только региона, но и мира. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о безопасности в Армении, о том, как живется в этой стране мигрантам и релокантам, которые уже больше года живут в Армении и есть чем уже поделиться. Но прежде небольшое сообщение. Если вы видите под этим самым выпуском в YouTube, если в YouTube, конечно, смотрите, надпись «Купить календарь», это значит, что он еще есть. Можете перейти по ссылке и приобрести. Это уникальный календарь «Вокруг света армянского», издается шестой год. Каждый день посвящен арменистике, истории Армении, армянам мира, их открытиям и так далее. По ссылке узнаете, как его заказать к новогодним праздникам и Рождеству себе, а может быть и близким, или корпоративным вашим коллегам. Также спешу сообщить, что скоро выйдет и на английском языке этот же календарь. Рассылаться он будет из Нью-Йорка, скорее всего. Как его заказать, скажу уже в ближайших выпусках, а возможно даже уже в следующем выпуске. Что ж, теперь гость. И это Натаниэль Трубкин, который больше года живет в Армении и предпочитает, насколько я понимаю, называться иммигрантом, а не релокантом. Здравствуй, Натаниэль. Ну, надеюсь, сам расскажешь, наверное, в чем разница между иммигрантом и релокантом. Лично я не совсем понимаю. Да, Вадим Баравзест. Я живу в Армении, в Ереване, уже получается около 2 лет, потому что как время бежит, да, невозможно себе представить. Я приехал в Ереван в марте 22 года, как раз когда началась война в Украине. Я родился в Москве, коренной москвич, по национальности еврей. И как многие евреи, конечно же, у меня есть и украинские корни. Поэтому все-таки война в Украине вынудила меня уехать. Но, если честно, я как-то сразу понял, что Ереван сейчас станет местом, куда будет стекаться какая-то яркая, такая креативная масса людей. И мне захотелось быть среди них. Поэтому я оказался в Ереване. Мне показалось, что то, что сейчас там будет происходить, какая-то новая жизнь, перезагрузка, какое-то новое комьюнити формироваться, может быть, новые медиа, а я журналист все-таки по профессии. Меня все это заинтриговало. И забегая вперед, я могу сказать, что мои ожидания оправдались и даже больше. Угу. Ну, я могу только добавить, что ты пошел по стопам своего древнего земляка Ноя. Да, остановился, да, твой, да, ковчег тоже в Армении, в горах, да, Араратских. Да. Не только я, и 100 тысяч, ну, точнее, даже больше, по статистике армянского правительства, где-то 120 тысяч россиян выбрали именно Армению.
Да. Так а чем все-таки отличаются? Я знаю, что некоторые как бы называют себя релокантами, а некоторыми уже иммигрантами. Вот есть какое-то отличие между вами? Ну, да, все-таки мне кажется, что релокант это человек, который в силу... Временно прибывший или как? В силу определенных причин, санкций, наложенных на Россию, например, он свой бизнес перевозит в другую страну, чтобы обойти определенные ограничения и продолжить существовать, делать свое дело, свой бизнес. Все-таки иммигрант – это немножко другое. Как будто бы иммигрант все-таки это когда ты ставишь идею, какие-то принципы выше своего благополучия. И ты рискуешь, ты уезжаешь, ты понимаешь, что это новая страна, что она, может быть, тебе станет новым домом, а может быть и нет. Как будто бы иммигрант – это что-то более принципиальное. И те люди, которые уехали в марте 22 года, в большей степени, мне кажется, все-таки это были иммигранты. Потом уже пошла релокация. Угу. То есть в этом разница, смотря в каком месяце они уехали. Потому что я знаю, что одни уехали в марте, другие уехали, когда там, в сентябре, по-моему, да? Да, еще да, год. Да. В октябре. Или в октябре, да. Хорошо, так есть ли антисемитизм в Армении? Вот у нас недавно была встреча, мы шли по Еревану с Сашей Лапшиным, где мы должны были выступить с ним спикером, если в Армении антисемитизм. Так вот, мы шли, даже смеялись, я ему говорил, что в Армении скорее арменофобия, чем антисемитизм, потому что армяне любят делить армян на разных, там, ереванских, там, каких-то, не знаю, московских, парижских, ленинаканских и так далее, да. Об антисемитизме особо-то я и не слышал. И вот когда мы прибыли на место, где мы должны были быть спикерами, услышали там, что вот подожгли синагогу в Ереване. Это как раз случилось в тот день. Но ты там находишься чаще, чем я. Все-таки ощущаешь ты в Армении антисемитизм или нет? Я не ощущаю. И большинство из моего окружения абсолютно не понимает, откуда берутся эти слухи о том, что армяне антисемиты, то, что современная Армения антисемитская страна, огромное количество каких-то ссылок на некие исследования. Но если проверить эти исследования, неожиданно узнаешь, что они были сделаны лет 7-8 назад. Например, антидефамационная лига, на которую очень часто ссылаются, это довольно крупная организация, который исследует уровень антисемитизма во всем мире и часто ссылается на то, что именно этот опрос, их опрос показал больше половины жителей Армении придерживаются антисемитских взглядов. Но если посмотреть на год этого исследования, оказывается, что это 2014 год. И, ну, слушай, я как москвич могу сказать, что в Москве была и армянофобия, но за 5-7-10 лет она исчезла. И это довольно большой отрезок времени для того, чтобы изменить какие-то тренды, настроения в обществе. И мы в нашем комьюнити... Мы создали такое неформальное комьюнити Ереван Jewish Home, которое объединяет иммигрантов с еврейскими корнями, живущих в Ереване. И мы максимально стараемся, работаем с медиа, зарубежными медиа, армянскими, американскими. Стараемся донести свою позицию и свой опыт. И наш опыт заключается именно в том, что нам очень комфортно в Армении. Мы не встречаем никакого неприятия, никакой нетолерантности, никакой ксенофобии. Мы живем в мультикультурном городе, в котором живут русские, индусы, сирийские, ливанские армяне. И
Сегодня отмечали даже Хануку. Да, сейчас вот мы отмечаем Хануку. У нас целая неделя ханукальных торжеств. Каждый вечер мы будем зажигать по одной свече в нашем кафе, в котором мы собираемся. И, знаешь, никаких ограничений в том, чтобы быть самим собой, у нас нет. Тут я еще хотел бы... Да. К сожалению, я получаю каждый день, когда я пишу очередной пост о том, как нам классно в Армении, рассказывая о наших достижениях, событиях, каждый день я получаю один, как минимум, комментарий. Армения – самая антисемитская страна, что вы там делаете? К сожалению, это вопрос пропаганды наших соседей. Причем, наверное, эти комментарии пишут люди, которые ни разу и не бывали в Армении. Да, очень часто мы там с ребятами пытаемся тоже понять, а кто эти люди, проходим по ссылке, и даже если это реальные люди, и ты можешь как-то идентифицировать их, чаще всего это вообще, да, армяне, но живущие в России и в Армении, которые, скорее всего, не были. И это очень печально. Я помню, год назад, по-моему, я прилетел из Нью-Йорка обходными путями, то есть из Нью-Йорка в Катар, из Катара в Ереван, из Еревана уже сюда, в Россию. И, значит, сажусь в такси, а таксист мне помог с чемоданами, и он, видимо, увидел бирочку «Аэропорт Кеннеди». Вот. И, значит, спрашивает у меня: «О, вы из Америки прилетели?» Я говорю: «Да». «А вы там живете?» Я говорю: «Да нет, вот на месяц ездил и прилетел». «А что там, правда, что там русофобия?» Я говорю: «Да и вроде бы как нет, во всяком случае не замечал ни на себе, ни на других. Живут русские, работают русские магазины, продукты русские, Брайтон-Бич, слава богу». «Да ладно, наверное, просто не говоришь, я слышу часто, что там вот русофобия». То есть люди, втельняшили им средства массовой информации то, что, видимо, они сами хотят услышать. Вот и глаголят то, что хотят глаголить. То же самое, я думаю, с антисемитизмом в Ереване. Ну, хотят они, чтобы там был антисемитизм. Причем, насколько я понимаю, даже евреи в Азербайджане хотят этого антисемитизма в Армении. Да, к сожалению, мы столкнулись с какими-то нелепыми обращениями азербайджанских раввинов. Раввина, точнее, одного бакинского. Тоже странная история. Раввин грузинской общины Баку. Но ему настолько хочется, чтобы здесь был антисемитизм, что он записывает одно обращение за другим. И иногда есть такое подозрение, что эти обращения выходят прямо накануне очередной провокации, очередного какого-то псевдонападения на синагогу. И это навевает на очень неприятные подозрения. Ну, понимаешь, Натаниэль, здесь, видимо, в том и разница, когда ты глава общины какой-либо, неважно какой, в стране с авторитарным режимом, нужно выслужиться. И делать, ему уже плевать на своих соплеменников в каких-то там близлежащих странах. Нужно выслужиться перед главным, перед начальником. И неважно, где это, Азербайджан или еще там какая страна, не будем показывать пальцы. Ну да ладно, что говорить тут про антисемитизм? Антисемитизм сейчас вот творится как раз между Израилем и Палестиной. И те семиты, и пожалуйста, да? Поэтому надо здесь заметить, что мы больше говорим тут о юдофобии скорее, а не столько об антисемитизме в Армении, сколько о юдофобии. И вот тебе не кажется, что... Вот странная была тогда какая-то, странный был такой день, когда вот синагогу подожгли. Да. Потому что
и мы запланировали, да, события, вот, то есть тему под эти самые события, так получилось, словно знали, куда идем и о чем нужно говорить именно в этот же день, да. И в то же время были расклеены, надо напомнить, наклейки с изображением то ли эмблемы Хизбаллы, то ли Хамас, я уже не помню. Было же такое, да? Это, по-моему, да, в один и тот же день же все произошло. Да, в том-то и дело. И, ну, насколько я знаю из открытых источников, армянские органы нашли этого человека, который и совершил попытку поджога, и, вероятно, он же расклеивал эти листовки, фотографировал. Да, они малюсенькие вот такие вот были. Причем это было сделано там, я не знаю, но, наверное... в радиусе 20 метров, как бы видно было, что он расклеил только для того, чтобы сфотографировать и перед кем-то отчитаться. И в телеграм-канале, причем не у армян, эти фотографии уже были. Да, и насколько я понимаю, опять же, из открытых источников, этот человек просто приехал на один день, приехал из России, его национальность не упоминается. Он совершил вот эту попытку поджога, расклеил эти афиши, якобы поддерживающие терроризм, сфотографировал, отправил в определенные проазербайджанские каналы и в тот же вечер уехал. Удивительно, но вот так вот. И потом говорят, что Армения антисемитская страна, просто опираясь на какого-то гастролера. Да. И все же, вот по-твоему, вот где та грань между ксенофобией целого народа и фобией отдельных людей? Вот, к примеру, известны случаи оплевывания и нападения ортодоксальных евреев на армянских священников в Иерусалиме. Там только, не только, в принципе, на армянских, и на греческих, и на других тоже. И, ну, взять тот же, допустим, те же отношения Израиля в меркантильных, конечно, интересах с Азербайджаном, недавно вот прошедшей вот этой войной против Арцаха. Вот можно ли сказать, что в Израиле арменофобия? Вот давай с другой стороны посмотрим. Вот лично я этого там не увидел, скажу за себя. Недавно там бывал, еще полгода не прошло. И к тому же, в отличие от Азербайджана, Армения в Израиле представлена в качестве страны-праведницы мира в Яд Вашеме. В отличие от Азербайджана. Это я сейчас хочу сказать тем, кто нас смотрит и среди евреев, и не среди евреев. Где-то, по-моему, 28 представителей армянской национальности спасали евреев во время Холокоста. Это было и во Франции, и в Венгрии. В Венгрии там вообще один мужик, врач, насколько я знаю, в Будапеште спас около 80 врачей-евреев. То есть он им выдал липовые документы, чтобы они могли спокойно покинуть Венгрию и перебраться то ли в Советский Союз, то ли куда-то. Там нужно открыть сайт Яд Вашема и почитать. Очень интересная тема. Ну и там другие представители армянского народа. И тем не менее, вот то, что мы имеем. Можно ли назвать в таком случае, скажем, израильтян арменофобами? Я думаю, что, к сожалению, есть силы, которые очень стараются, и у них иногда даже получается стравить наши два народа, армянский и еврейский. К сожалению, какие-то бытовые ссоры очень нелегко выдать за определенную ксенофобию. И, конечно, в одну сторону это не работает, и для этого нашим врагам очень нужно, чтобы и в Армении тоже был какой-то, какие-то ответные провокации. Я уверен, что те столкновения, которые были в Иерусалиме, это скорее просто какие-то бытовые ссоры между людьми, которые долгое время живут бок о бок. И, конечно же, у них могут быть просто личные какие-то счеты, и это такая скорее бытовуха, чем настроение
евреев по отношению к армянам. Но меня беспокоит то, что действительно огромное количество евреев, израильтян в частности, вообще очень плохо представляет, что такое Армения и что здесь происходит. И когда настолько мало информации, очень легко втюхать вообще любое представление о народе. И я повторюсь, в Фейсбуке я регулярно встречаю комментарии и корректные, и совершенно некорректные, которые просто люди мне пишут, как ты вообще посмел поехать в Армению, там же, и там дальше начинается список каких-то стереотипов, якобы в отношении евреев. И все, что мы можем сделать для того, чтобы... А почему бы их не пригласить в Армению? Ну, вот, собственно, вот эту как бы работу мы сейчас и ведем. Ведем то, что я уже говорил ранее. Работаем с разными медиа. Израильскими, американскими, армянскими. И пытаемся рассказать обоим народам друг о друге. О том, что у них есть огромное количество общих тем. Начиная там, не знаю, с той же фигуры Рафаэля Лемкина, польского еврея, который создал термин геноцид. И Франца Верфеля, 40 дней Мусадага. Это да, первая книга о геноциде армян, художественная литература. Да, но не может быть, чтобы у двух народов, переживших такие колоссальные потери, такие две действительно очень схожие трагедии, и, надо признать, не очень сильно разнесенные во времени. Это все равно 20 век, чудовищный, ужасный, в котором слово «геноцид» стало одним из ключевых. И как будто бы эти два народа, одни из самых близких, может быть, если сравнивать евреев и армян с кем-либо. Ну, сложно представить какой-то другой народ, который был бы столь похож на евреев в 20 веке, кроме как армяне. Ну, действительно, я это говорю не потому, что... Да, схожие исторические. Потому что я знаю историю. Да, ну, просто это очень логично. Да. Между тем, я тебе скажу, что первый антисемитизм в Азии, за пределами Ближнего Востока, в отличие от Азербайджана, который что-то там трендит и нет под собой никаких источников, на что можно сослаться. У меня есть источники, и произошел этот антисемитизм как раз-таки на территории современного Азербайджана. Это было в первой половине 18 века. Если кто-то забыл, у кого-то отшибла память, то я напомню. Тогда Азербайджан в начале 18 века, нынешний Азербайджан, назывался Ширваном. И это город Губа, где Надир Шах устроил резню евреев. В истории это событие называется «Изрубленная книга». Что это за книга, можно тоже почитать. Это была Тора. И евреям там было, значит, сказано, чтобы они носили определенные, значит, эмблемки. Не путать с фашистской Германией, но до того же Гитлера при Надир-Шахе в том же Ширване на территории современного Азербайджана это уже было, это уже проходили. Так что из берегов Каспия пусть на армян не пеняют, а оглянуться на свою историю, если, конечно, они считают персов Ширвана своими предками. Такой вот вопрос еще, Натаниэль, раз уж коснулись истории. Да. Что ты раньше знал об Армении? Я в 19-м году как раз заинтересовался армянской и еврейской истории их схожестью. И снял даже небольшой сюжет об общей истории евреев и армян. До этого момента об Армении я знал очень мало, но эта тема меня заинтересовала. Я начал ее
немножко с другого угла. Сначала я заинтересовался историей ассирийцев и евреев и снял об этом сюжет. Но потом я понял, что у армян и евреев гораздо больше общего, и снял еще и об этом. А поэтому, наверное, тоже подспудно, выбирая именно Армению как точку своей миграции, хотя все равно надо признать, что у большинства людей это был совершенно рандомный выбор. Мы еще не знали, насколько нам повезет, и мы попадем в такое благоприятное в плане принятия общества. Но отчасти это тоже сыграло роль в выборе города, страны. Все-таки я уже понимал, что у наших народов есть много общего. Не пожалел ни разу? Ни разу. Я вот буквально сегодня, как раз вот на Хануке, мы с одной знакомой обсуждали, и она говорит, как удивительно, нам повезло с выбором места. И мы как раз обсуждали тот вопрос, что, конечно же, есть какая-то часть иммигрантов, релокантов, которая строит еще планы. Да? Ну вот сначала Армения, потом мы поедем в Европу, потом там еще куда-то. И вот мы с ней обсуждали, что нам, тем, кому здесь уже хорошо, просто гуляя утром по Еревану, наслаждаясь этим розовым утром, неспешным вот этим пробуждением города и так далее, начинаешь думать, а зачем тебе искать что-то еще, если ты попал в такое место, в котором тебе настолько комфортно. И в плане... Да, я хотел бы тоже еще продолжить твою мысль по поводу антисемитизма. Что такое в современном мире антисемитизм? Как его измеряют? Его измеряют не просто какими-то бытовыми разговорами там, на кухне, что евреи виноваты во всех бедах. Нет, его измеряют инцидентами. Насколько безопасно ребенку идти из еврейской школы домой, не знаю, в Кипе, например. Могут ли на тебя напасть во время какого-то еврейского праздника? И так далее. И я могу сказать, что, конечно же, мы здесь, в Ереване, будучи, выбирая как бы, быть евреями, чувствуем себя в этом плане совершенно безопасно. Какие-то разговоры в соцсетях, да, понятно, нас могут иногда спросить, почему Израиль продает оружие Азербайджану, как будто мы лично в этом участвовали. Я могу сказать тем, кто спрашивает, задает такие вопросы, если бы мы поддерживали Израиль в той политике, которую он ведет, возможно, мы бы жили сейчас в Израиле, но мы выбираем Армению, потому что нам кажется, что здесь сейчас формируется какое-то общество здоровых людей, ментально здоровых, мультикультурное, классное общество, в котором можно развиваться. И, конечно же, Израиль, тот, который сегодня противостоит террору, конечно же, мы его поддерживаем в этой борьбе. Но давайте не забывать, что привело к этой катастрофе. Привело то, что Нетаньяху, еще один мировой лидер, который никак не хочет уходить, и он расколол страну на два непримиримых лагеря из-за судебной реформы, которую он затеял, просто чтобы остаться у власти и не пойти под суд. И именно этот раскол и сделал Израиль сегодня таким слабым. Именно то, что Израиль начал вкладывать огромные ресурсы, то, чтобы дружить с мусульманскими странами, которые сегодня, надо признать, предали Израиль. Никто из них сегодня не поддерживает Израиль в его борьбе. Хотя казалось, что именно сейчас отношения с продвинутыми мусульманскими режимами должен, ну, как бы пройти как раз проверку, и они должны поддержать Израиль. Нет, конечно. И то, что Армению внесли в зеленый список, а Азербайджан в оранжевый, это тоже
проблема того, что вот этот конфликт с Газой, он сегодня обнажает истинное отношение Израиля со всеми мусульманскими странами и Азербайджаном в том числе. И да, вот я как раз, да, я как раз об этом и хотел сказать, но коль ты сам затронул тему, что не израильский народ поддерживает Азербайджан, а Нетаньяху поддерживает Азербайджан, да. А как раз-таки израильский народ, вот когда я там в июле или в августе был, и не только в Израиле, но и по всему миру, евреи с транспарантами выходили против как раз-таки Нетаньяху и его окружения. Я это хорошо помню. Это было и в Израиле тоже, это было и в Сан-Франциско, и во всяком случае в тех городах, где я бывал и сам своими глазами видел. Вот как бы так. Давай мы еще в заключение скажем некоторые... Я это, конечно, видел, но не в таком большом количестве, как говорят. Может быть, ты этого... Говорят, в последнее время в Армению... приехало чуть ли не там несколько тысяч индийцев. Это правда или нет? Да, очень много индусов. По-моему, 70, если не ошибаюсь, тысяч индусов приехало за последнее время. А чем они там занимаются? Они занимаются в основном доставкой, поскольку из-за приездов релокантов многие сферы услуг, в том числе доставка, стали расширяться, приобретать грандиозные размеры, и появилась серьезная конкуренция между ними. И это все было на наших глазах, то есть, когда я только приехал, все это было только, вот, только начинало развиваться, и уже к моменту мобилизации, когда приехало еще больше россиян, уже работала и Яндекс.Доставка, и другие ее конкуренты стали расширяться, чтобы выжить в этом, на этом рынке. И как раз вот индусы максимально в это вовлечены. Все эти сервисы по доставкам еды... Но говорят, они и сельским хозяйством занимаются. Они где-то там и в деревнях Армении чем-то теплицами занимаются. Вполне возможно. Я как все-таки городской житель, мне очень нравится Ереван. И большую часть времени, 99% я провожу все-таки в городе. Но они знают, они знают толк в овощах. Они же вегетарианцы. Да, да. Ну, я думаю, что это не нужно на это смотреть как на какую-то такую таких чернорабочих, которые вот просто выполняют... Нет, они вполне башковитые, они вполне башковитые. Я думаю, что как раз вот с индусами произойдет то же самое, что происходило и в России с мигрантами, например, из Средней Азии. Сначала, да, это были доставщики, а потом это были актеры и стендаперы. У любого национального комьюнити есть какие-то этапы развития. Сначала, да, это мигранты, которые пытаются выжить, работают на низкооплачиваемых работах, но потом они все равно вливаются в общество. И это очень важный момент, то, что сегодня, когда нам говорят иногда... тоже, ну что в Армении, да, там есть стереотип, что Армения это очень монолитная страна, и здесь только одна национальность. Но те, кто нам это говорит, не очень понимают, насколько сейчас это мультикультурная столица. И да, наша русско-еврейская комьюнити... Да и потом это не паханное поле. Там не паханное поле, там каждый может найти себе, если первый чего-то забьет, и может станет даже монополистом. Главное подумать, чем заниматься. Да, да, да. И если вы сейчас в силу разных причин тоже выбираете, те, кто нас смотрит, выбираете как город для своей релокации, иммиграции, подумайте о Ереване, потому что сейчас, да, был какой-то отток россиян, действительно это так. В Россию обратно? По-разному.
Некоторые, да. Некоторые уехали в Россию, кто-то поехал дальше, какие-то другие страны. Но многие уехали в Россию, да. Все равно люди немножко подостылись. Что-что? Подостыли. Подостыли, да, какая-то идеологическая, может быть, тоже подоплека, она тоже уже перестала быть настолько важной и принципиальной для кого-то. Ну и смотри, переехало уже очень много людей просто со своими компаниями. То есть релокация – это в первую очередь бизнес. Уезжает большая компания, условно Яндекс, и она перевозит всех своих сотрудников. И если они, например, теряют эту работу, и у них нет четких политических убеждений, что они не хотят жить в России, например, или хотят именно в Армении, то они возвращаются. Это нормальный процесс. Ничего там такого нет. Это как раз-таки наоборот говорит о том, что Ереван становится растущим таким центром, бизнес-центром, куда приезжают не только релоканты, иммигранты, но еще там появляется еще один какой-то более такой элитный, что ли, слой людей. Это экспаты. Люди, которые просто выбрали Ереван, чтобы здесь вести бизнес, работать. Потому что это благоприятная для бизнеса среда. Вот и все. Ну что ж, спасибо, Натаниэль. Пора уже нам заканчивать. Мы уже, по-моему, больше, чем 30 минут в эфире. Спасибо большое еще раз за встречу. Я давно хотел записать разговор с людьми, которые перебрались в Армению, и все никак. То одно мешало, то другое, то вот проблемы с Арцахом. Я вообще желаю вам всем там удачи на новом месте, на новом поприще, и ждите меня тоже. Спасибо, спасибо, Вадим, за приглашение, за эту возможность рассказать из первых уст правду о том, что здесь происходит с нами. Всех с праздником Ханука. Ханука давно уже перешла какие-то национально-культурные границы. Ханукальный подсвечник есть даже в Белом доме. Поэтому всех с этим праздником света, добра и свободы. Вот на этой ноте и закончим. До свидания.